Друзья, всем привет! 23 февраля, всех с праздником! Супер коротенький ролик, смотрите, по состоянию моих тюльпанов. Это сорт авокадо, уже начинаю снимать. Дальше у нас идет коламбус. Коламбус тоже снимаю. Давайте покажу вам обзор такой вот, как теплица смотрится. Еще много что зеленого, но уже прям снимаем по полной программе. Все успеем, солнышко светит, теплица потеплела. Фокстрот. Уже очень много снял, вот смотрите, как выбираю. Довольно-таки высокий получился, 40-45 сантиметров. Не затопинговал, что очень важно. Это у нас пинкардур, тоже снимаю вот на такой стадии. Вот сейчас все-все-все сниму. Вот ту сторону уже снял, те лотки. И эти лотки сейчас тоже все сниму. Все зацветает, это канаста, еще никак преста. А бустер, по-моему. Стронг лав. Немножко лалибеллы. Вот еще авокадо. Авокадо просто шикарный, но тоже у многих топингует вообще. Безбожно топингует. У меня он топинг на него не напал, слава богу. Авокадо. Танцу чиллер. Чиллер. Женщина-политик. Тач дизайн. Вообще ровненький, такой красивый. Слегка мелковат бутон, но я его уже снял. Просто это стоит то, что не снятый. Основную массу уже снял утром. Вот так вот выглядит. Red Baron, кстати, мне очень понравился. Не могу определиться с красным сортом, но вот Red Baron неплох. Единственное, проскакивает приличное количество вот таких вот пестрых. А так, луковица дешевая и довольно-таки красивый классический бутон. Красный, чисто красный. Лех Валеса, но это с утра уже я его снял, он очень сильно за ночь распускается, вот таким вот становится, и прямо в первую очередь захожу, снимаю Лех Валеса. Это коламбус тоже, вот тут, смотрите, наверху он уже вон там стоит, зацветает, вон там он вовсю уже цветет. Сажал одно время, а здесь вот внизу он только-только бутончики выкидывает. Вот, а здесь зацветает. Surrender тоже уже поснимал. Что-то оранжевое. Каденс. Непер тоже уже снял. Самым первым тоже его снимаю. Смотрится в бутоне просто шикарно. Когда раскрывается как блюдце. Становится очень некрасиво. Очень быстро раскрывается. Если его днем не успеваю снимать, я его уже и не снимаю. Я жду до следующего утра. На ночь он закрывается. И утром он бутонище вот просто такой огромный. То есть вот эти я уже снимать не буду, сейчас они вот раскроются, подрастет бутон, вот так вот раскроется. И завтра утром я его сниму, вот такой вот просто будет, огромный, супер модель. Опаздываю дней на 5, то есть вот как планировала моя выгонка, планируемая, на 5 дней где-то я опаздываю. Ну ладно, это ничего страшного, будет тюльпан прям, вот я обычно уже где-то к 25-му заканчивал все, срез, заканчивал уборку, сейчас она у меня только-только вот... Только-только начинается, прям вот большие объемы снимаем. Ну все, друзья мои, на тот край теплицы не пойду, там то же самое. Ну не то же самое, там, конечно, другие сорта. Чуть позже выложу обзор по сортам. Прям по всем сортам. Прям по каждому, наикаждейшему. Смотрите, какой шикарный Девинпорт. Просто огромный бутон. Высота тоже приличная, ну 45 сантиметров, ну это минимум, ну 45-50. Девинпорт просто шикарен. В веранде все никак не наберет силу, не наберет свет, все стоит. Наверное, не надо было ее сажать сюда в темноту под вот этот второй ярус.
Ну, уже чуть-чуть вот осталось, вот буквально пару дней, я думаю, веранде тоже начну снимать. Все в первом числе марта успею снять. Рональдо, кстати, я его тоже весь снял с утра. Вот так он примерно выглядит, это такой кривушку я оставил. Это брак. Вот так вот выглядит Рональдо. Мне нравится, цвет очень красивый. Бутон не крупный, но красивый. Дельта Шторм. Рассада, рассада, рассада. Немножко Лалибеллы, характер, который я спасаю, ставлю из холода в тепло наверх. Пурпул Лорд. Не помню даже, откуда у меня эти луковицы появились. Два лотка всего лишь у меня их. Бангкок. Ну все, друзья мои, всем пока. Пока.